которого на карте нет. Он туда-сюда, а потом сразу какой-то мужик неподалеку появится. Хаюшки! Свободные сталкеры, ветераны и охотники, вливайтесь в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны – наша общая цель и задача. Смертельные аномалии, опасные мутанты, анархисты и бандиты не остановят долг победоносной поступью, идущей на помощь мирным гражданам всей планеты. Свободные сталкеры, ветераны и охотники, вливайтесь в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны – наша общая цель и задача. Сталкер, защити мир от зоны. Вступи в долг. Свободные сталкеры, ветераны и охотники, вливайтесь в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны – наша общая цель и задача. Сражаясь с мутантами, вы покроете себя вечной славой. Кроме того, все, кто вступил в долг, обеспечиваются оружием и отличным снаряжением.
Большой косяк. Наступает на грабли. Отскакивает, поскользается на коровьей какашке, падает в свиное корыто. В это время лопата со стены срывается и бьет его по горбу. Оклемался, выполз из сарая и шепчет. И пусть мне после этого кто-то еще расскажет, что аномалии только в зоне существуют. Ничего тогда. Толку-то с тобой разговаривать? Привет! С
новые мутанты. Анархисты и бандиты не остановят долг победоносной поступью идущей на помощь мирным гражданам всей планеты.
сочащуюся заразу зоны. Вступи в долг. Помоги мирным людям. Сталкеры, если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть, место, где можно хорошо выпить и поговорить, место, где вам всегда подскажут, как подзаработать, подходите в бар Сторинген. Мы всегда рады новым посетителям. Привезли как-то одного из щенов в зону показать что да как. Некоторые вещи его удивили, некоторые возмутили. А некоторые вещи у него украли. Ничего тогда. Слышал. Пошла группа свободовцев в Рим. Шли и шли, решили привал сделать. Присели, ну и обкурились. И как давай садить сделай себе. Стреляли, пока все не выстрелили. Как затихло, из кустов сталкер-одиночка, обалдевший, поднимается. Вы че это, ребят? Да ты че, мужик? Мы же еле отбились от этих. Ну как это? Вороны! Вороны, так не! Чего? Знаете, красивые такие, страшные. Защитить мир от атакующей зоны. Они все тогда. Сталкеры, если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть, место, где можно хорошо выпить и поговорить, место, где вам всегда подскажут, как подзаработать, подходите в бар. Давай уже, подходи. Пришел, значит, сталкер к доктору. Неохота мне с тобой болтать. Не в настроении я нынче. Слушай, трепаться. Устал я. Не до разговоров мне. Пришел, значит, сталкер к доктору. Доктор осмотрел его и говорит: вот это осталось. Не в настроении я нынче трепаться. Движение, а это от депрессии. Спасибо, доктор. Ну? Ну, здорово. Привет, сталкер. Подходи, поговорим.
Слушаю тебя. Неохота мне с тобой болтать. Ну, здорово? Нет, сейчас не поговорим. Чего расскажешь хорошего? Время дорого. Рассказывай. Анархисты и бандиты не остановят долг по
на помощь мирным гражданам всей планеты. Внимание, анекдот. Заходит сталкер в бар. Бармен, дай чего-нибудь пожрать. Бармен, значит, начинает. Ну вот, сегодня есть глаз плоти в томатном соусе. Я не могу сейчас разговаривать. Для выполнения опасных, но хорошо оплачиваемых заданий, заинтересованным подходить в бар. Мы верим в нашу победу! Верим в то, что будет уничтожено! Нет. Сделать для зеленых людей. Вот раз, кровосос начался. Первый свободовец вспомнился. Понял голову, я вам лет. Ёпта, кровосос. Второй тоже так голову поднимает и говорит задумчиво. О, блин, толковая жизнь. Как класс!
Слушаю тебя. Чего расскажешь хорошего? Слушай, устал я. Не до разговоров мне. Ты на тебя посмотри. Тоже мне принц прекрасный. Со своей фишкой никогда не останусь. Я тут вспомнил его. Я держу. Сплю, а он под боком. Если не могу, я поговорить не получится, извини. Время дорого. Рассказывай. Слушай, устал я. Не до разговоров новых.
Врагу не сдается наш гордый варяг! Пощады никто не желает! Сюда! Не подходи, замочу! Thank you.
Сектор...